первые шаги по австралийской земле. Мельбурн, встречай! А вот и первые кенгуру. Вы наверняка слышали, как хрустит под ногами пушистый белоснежный белый снег. Да? Попробуем? Давайте вот я буду наступать на него, а вы будете смотреть и озвучивать вот этот хруст. Попробуем? Представьте. Вы точно слышали, как снег? Где вы слышали? Где вы живете? Где вы здесь живете? Мельбурн. А район? На пляже. Мельбурн, 2019 год, май месяц. Получается, по их это октябрь, наверное, да? У нас теплая весна, а здесь теплая золотая осень. Фантастика. Набережная. Гастроли. Кайф. Я иду по снегу, по взрослому. Давай, я пошел. Anytime, anywhere. Could you light and such a lot of advice? Could you know something there? Got me sure. Я сфотографировал Делайден. Light. Это есть такая... Аделаида здесь же есть. Да, Аделаида. Здесь Аделаида есть. Смотрите на меня, я беру шампанское. Беру. Звук праздника. У нас сегодня был, мы зашли. Опять. Я не в курсе, сегодня на концерт. Давайте вспомним этот звук. Давайте я беру, разворачиваю. Там же идет разговор. Там же еще бумага там. Это просто подожди поцеловать. Так, там же бумага. Вот я разговариваю. Выкинул. И... Тюда. Давай. Как ты меня поцеловал? Опять. Давай. Вот еще. Вот я. Назад. И вот оно. Ну, короче, какой звук я отношу? Ты. Запоздала. Через несколько часов у нас концерт в Мельбурне. Потом Саратов. И потом Сидней. Мельбурн, Саратов, Сидней. Следите за новостями. Организаторы, ребята, не очень правильно выстроили маршрут. Нам тяжело. А сегодня Мельбурн. Сегодня Мельбурн. Фантастический город. Мы потрясены. Мы поражены любовью, чистотой. Архитектурой, смешением стилей, эклектика. А еда! Сейчас будем есть еду. Вкусную. А сейчас мы зашли в ресторан, и мы хотим попробовать австралийского белого вина. Что вы думаете, что первое бросается в глаза? Чем мы отличаемся здесь, русские, в Австралии? Вот как раз мы сейчас и начинаем общаться. Чем мы отличаемся от русских? Очень адекватные люди, очень адекватные. Очень трезвые, адекватные люди. Как вас называли в детстве? Родители, в смысле? Классный вопрос. Слушай, меня называли, вот я немножко обижался, ну, Рева называли Ревом всегда, вот, Рева Корева, не Рева, я Рева, нет, Рева, знаешь, хулигана. Вот, а потом та бабушка подошла, я знаю, кто ты Александр Ряба. Меня сейчас все Миша зовут, там в детстве Михаил Сергеевич. Ну что, мы находимся в Ереване, ребят.
потрясающий город, шикарный аэропорт. Мельбурн. Мельбурн. Мы в Мельбурне. Летим в Синдей. Мы в Мельбурне летим в Синдей. Это Миша, Австрия. Миша Лагустян. Шима Лагустян. Шаса Вера. Рима Сита. Шаса Вера и Шима Лагустян. И самое интересное, что... У меня вопрос к Михаилу. У вас есть в Австралии родственники? Конечно. Да? Кто? Ну, сумками торгуют. Вы на что намекаете? Я ни на что не намекаю. Сумку хотите купить? Ты же Лагустян, Лагустян. Ребята, посмотрите. Вода. Смотрите, телефоны, телефоны. Позвони. Алло. Позвони воде. Миш, есть мелочь? Нет мелочи. Миша, не мелочись. Итак, друзья, мы в Мельбурне, вылетаем в Сидней. Вчера был фантастический концерт. Спасибо большое всем, кто был, кто получил море удовольствий. Ну, по крайней мере, мы это точно сделали. Мы это получили. Сухты? Вы сухты? Ух ты! Ух ты! Вот это да! Слушайте, а здесь давно живете? 20 лет. Класс! Ух ты! Короче, супер! Смотри, тем более в Ухте там дофига снега, там, мне кажется, круглый год, да? Представьте, что сейчас Ухта, и я иду по ухтинскому белому снегу, вот как только я буду наступать, я хочу услышать хруст этого снега, хорошо? Вы озвучиваете, прям озвучиваете фильм. Поехали! Он такой немножко потрескивает, он такой замерзший, да? А если чуть-чуть прибавить такой пушистости, добавить, смотрите. Выдохнул снег. Ну хорошо, я иду по паркету ночью в туалет. Причем я не успел сделать педикюр. Друзья, я стою на фоне знаменитого Сиднейского оперного театра, который был, кстати, построен в 73-м году. Смотрите, 73-й год, вот такое чудо света. Вот. В общем, здесь очень безопасно, я чувствую себя комфортно, здесь легко, теплая погода. Сидней – это что-то невероятное, это какое-то сказочное, это смешение архитектур. Очень добрые люди, очень приветливые, высокие. Симпатичные. В общем, друзья, это действительно очень много зелени, парки. Сейчас мы пойдем в ботанический сад, птицы, фантастическая вода, пароходы, теплоходы. В общем, друзья, мы начинаем экскурсию по Сиднею. Настроение.
Володимир. Класс. Вы из Украины? Живу в Сиднее. Володимир, это по-австралийски? По-армянски. А. Я так и подумал. У меня вопрос к вам, Михаил. Да? Вы сказали, что все хорошо. Да. Хотите, чтобы было лучше? Дороги? Встретились два армянина. Владимир и Михаил. В Сиднее. Анапу не узнать просто. Я не знаю, что они сделали с этим городом. Молодцы. Молодцы, реально. Хорошо проровняли все это. Берег почистили, понастроили здесь маленькие отели. Кукуруза! И поменяли. Раки! Кому раки? Раки! Кто шоколадное, кто ванильное? Быстро. Я ванильное. Шоколадное. Шоколадное медленное, ванильное быстро. Анжелик, ванильное, шоколадное? Ты хорош. Good boy, good boy. Вот гел. Собака потом. А ходит как гел. Здравствуйте. Я хотела просто узнать, какие у вас планы по Австралии. На сегодняшний вечер, Никита? Нет, планируете попутешествовать, посмотреть что-то? Да. Кстати, вот вы посоветуете. Вот мы только сегодня прилетели, и нам сказали, что здесь на пляж надо сходить. Позагорать. Бумеранг купить надо, сказали. Зоопарк надо сходить, да? Киви съесть. Обязательно посмотреть. А насколько вы здесь? Насколько вы можете себе этого позволить? Путешествие на горнолыжный курорт. Мы заказали морской, он заказал морское такси, я речное. В итоге океанское такси взяли, ребята. Океанское такси. Самое дорогое на свете. Посмотрите. Следующая остановка Батуми. Посмотрите, красота какая. Сиднее. Ну и что еще, куда сходить? Вот за это, что все? Опера-бар. Опера-бар? Голубые горы. Голубые, давайте это Вьетнам. Голубые горы. Горбатые, да, вот эти? Красные озера, голубые горы. Ну что, друзья, сейчас мы отправляемся на современный, ультрамодный и абсолютно дорогой машине Тесла на шоу «Фейерверк». Михаил Галустян, мы ждем вас. Ездим на лакшери машинах.
не вопрос, можете просто. Мы хотим просто с вами пообщаться. Мы у вас никогда не были. Нам интересно, как вы живете здесь. Ну или вам интересно, как мы живем. У меня вообще все хорошо, если честно. Ну, пожалуйста. До нас дошли шлюхи. Скажи, дошли в Австралию, дошли, а? Что? Местные. Так круто. Да, это нормально. Дошли слухи. Дошли слухи, да. Дошли слухи. Ну и они тоже дошли. Вот это, да? Да, да. Did you love me something, no got me show? We simple back and to you. It's happened with you, nobody like. Yes, yes, it is. Beats and meets. Walk, 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 queen. Заменяешь 16 кружек кофе. Я вообще, я не знаю, Сань, как ты работаешь, я блин. Я почти вообще как лось вообще. Ну что, ты ж понимаешь. Он мажется Рексоной везде. Вам full body. Я на Артура пошел. Понятно, я три песни с ним пою, просто мокрый. Ну то физкультура, Миша. Ну да. У нас каждый концерт это такие два часа такого легкого. Еще параллельно я вот так, знаешь, все телефоны. Улыбаемся сюда, иди. Прилетает всем. Почему они? А зачем они все задолбали? Он идет, мужик, вот это, давай, я тебя на-най-най. Там тебя один вообще хотел на руки поднять. Да вообще. Он прям вот так. Ты со мной, и мы идем на взлет. Ты со мной, и это мой шанс. Ты со мной, и я умею летать. Ты со мной, и я выше этих домов. Ты со мной, и мне трудно дышать. Ты со мной, и это любовь. Говорят, все дороги ведут в сквер. Видимо, я хожу не в тот сквер. Чоколада. Чоколадо. Чоколадо.
зашли в итальянское место. Тут мы на трава трацот тевары на зеро, вата трачи тевары семанал. Ему надо его покормить. Он хочет есть. Нам больше надо покормить. Una tempesta. В общем, мы на всех видах транспорта покатались здесь в Австралии. И вот завершаем нашу гастроль ночной поездки, велосипедной поездки по ночному Сиднею. Кайф. Велосипедный австралийский трип продолжается. Я поднимаю руки, хочу тебе сдаться. И все же так красиво, свои 39. Я работаю здесь, в море, с Алисом. Ты плохой мой, блядь. С Алисом я солю рыбу здесь. Я солю по-хорошему, не понимаете. Да. Ребята, на часах 4:30 утра мы исколесили весь Сидней. У меня банки уже вот такие вот на ногах. Ночной Сидней. Или на рыбалку. Ночной Сидней. Мербуль Сидней. Австрия Форева. Австралии, мы будем скучать. Будем очень скучать, друзья. Спасибо, вы были отдельное спасибо зрителю. Мельбурна, Сиднея, спасибо огромное. Такой теплый зритель, такой добрый, гостеприимный. Обожаем вас. И мы еще вернемся. Мы еще вернемся.
I feel